этим стволом несколько, наверное, сотен миллионов лет. Хорошо сохранились. А это Липовка, главный карьер. Вода поднялась. Так. Нашей целью. Является вот это место, точнее вот тут рубиновые жилы, приуроченные к мраморам. Вода поднялась, там раньше ниже горизонт был, придется идти вот по этому, тоже не видно. Когда-то там был горизонт. Сейчас остались только макушки, которые скрыты под водой от сосенок. Ну, уже почти пришли. Смертельный трюк. Да. Глубина 130 метров, главный карьер. Осторожно, сын, только. Чувствуется прям запах, это кислой породы щелочной, ой, щелочной, битуминозной. Это называется битуминозная глина лапаевского типа. Кислая. Если в рану попадает, то жжет, как будто соль. Витаминозная глина, витамины. Когда-то здесь находил образцы камня, который Казимир Гелот назвал. Либо меримортит, что-то такое. Но вся проблема в том, что они на воздух перекисливаются через 2 дня и становятся белыми. Да? Так они прозрачные и зеленые. Я сейчас думал, изумруда нашел. Mm-hmm. И вот очень бы хотелось найти, чтобы еду и клаком покрыть. Ну, точно здесь пахнет. Ну, вот здесь вот мы и это самое. Что, там рылись? Ага. И один горизонт затопило. Полностью, а под ним еще 5 метров. Это так вода поднялась? Ага. Сильно поднялась. Кошмар. Надо посмотри вот там. Вот. Вот. Он прямо в этой находился. Камень-то вот этот висел, мы боялись. Нет, там еще ниже один есть. Что упадет? Thank you.
Ну вот тут вот еще что-то намешано. Это анализ делать надо. Хризоберила. Хризоберила сейчас не вижу. Раньше он был у меня. О, интересный образец. Тем, что видите в сечении. О, какой треугольник. С овальными сторонами. Ну, в длину видите, ну призма она и в Африке призма. Отложу-ка я его, выставлю на сайт. Вот, продажи, перелифт. Тоже намешано тут. Ну, кому-то интересно. Это уже остатки. Жилы как таковой нет. Ладно, дома внимательнее посмотрю.